Все, бросили сразу. Вы куда пошли? Руки мойте, быстрей. Куда? Ой, скорее руки мыть. Так, хорошо, главное не держать. Знаешь, остановись. Знаешь, тут залез. Просто поднимайся. Вот так. Ой, а. Залез, наверное. Никита, открой. Подними, вылить, поставить. Шалабан-то ничего не соображает. Разве можно так делать? Вот она, я ей сказал раздуться. Смотрите, в чем дело. Она разувается, он хорошее делает. Становится прямо на грязную землю здесь, ну тут все мусор. Он даже не видит. Она теперь ногу поднимает обратно, прилипла трава, все туда сунула опять. Но это корова даже не делает. Как вы растите? Неужели вам не говорю, есть чистая, есть грязная? Становись. На каждом шагу приходится делать прямо уму непостижимо. Поленницу кладем, попала жертва туда. Кладет на нее, а дальше жертву ее брать надо. Поленница полетела. Это русский народ. Да разве он таким был, русский народ? Что с ним сделать? Даже быдлом назвать нельзя. Начинаешь с нуля, еще трясутся. Ой, моего ребенка там как бы ему нежность оказать. Ему не нежность надо. Начинать с вас надо. Это мужик растет, подкаблучника сделали уже из него. Млеет, увидит девочка, уже прямо девочка. Девочка должна быть в подчинении. Муж глава. Вырастили подкаблучника, поэтому разводы сплошь и рядом. А настоящий мужик — это сила, это крепость, это заработок. Ты за него как за спину спрячешься, за скалу за какую. А он кому такой нужен, трухля? Ноги вместе. Боже милости, будь мне грешен. Создав имя Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного, помилуй и благослови. Мы просим Твоей милости. Освети дары, посылаемые Тобой, словом истины и молитвы. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. А ну-ка поклонитесь, как молитесь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Руки не опускайте, себя проверить. Вот так, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И руку к себе прижми и поклонись. А если проверить себя, чтобы рука в пол достала, ну-ка давай. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Молодцы. За стол, платочки. У вас должны быть везде кармашки нашить. Ой, какие карманы им нашили. Вообще чудесно. Ну, баба Надя уважила вас. Вот карман, а то вот карман. Карман вырезанный и на два пальца. Ну как он может удержаться, платочек здесь? Вот смотри, вот он. Это вот карман называется. Но карман с прорезью. Гляди. Три четверти кармана вырезана. Она туда положила. Куда оно будет? Ну два пальца. А вот теперь смотри, как, где карман там? Вот он карман. Смотри. Вот тут сверху, вниз. Еще короткий, надо глубже было сделать. Так, во, нормально. Платочек чей-то упал. Так, за стол. Хорошо поработали, все работали сегодня. Сейчас только поедим и быстро уходим на трассу. Трассу выравнивать надо. Всех детей соберем. Вон камушки собирать, ведерко ложить. Рукавички заберите все. Рукавички сегодня не одни потребуются. Так, за руки уходи. Не разговаривай никогда со взрослыми. Ой. А что? А, туда идти? Краса. Иди сюда, Виталий. А, компот, Никита. Где он, Никита? Грабли сунул на дороге. Никита, да. Ну грабли на дороге, вот заметь, как положил, дети бегут, у него она торчит здесь. Зачем? Прямо на пути. Это враг этого не сделает. Ну ребенок бежит, он разве видит? Вот. Ну это балдой нельзя назвать даже. Ну что ты делаешь? Ну взял, положи на место. Каким голосом сказал, то другое, они смерть сеют везде. Не туда, не туда. Под куриные ножки. Ты не несись. Под положи иди на место. Под куриные ножки. Под эту. Рядом с колоколом, слева. Вот.
Это Кирилл, сбегай за поварёшками, у бабы Нани спроси. А там есть. Одна? Нет, две. Две? Да, две. А, три даже, ну все. А морковки нет, Володя? Нету. В деревне достать морковки, без морковки плохо мне. Я детям даю, которые слабенькие. Ну что? Все, наливайте. Все. Во славу Божию.